Значит, смотрите, сел, вот так, вот. Не надо ложиться, а считай, раз, два, три, и ложись. Да не надо уходить, просто перейти, ножки поставь и все. Да. Саша, ручки надо держать, не отпускать. Ну, меняй, меняй, разгибай. Наоборот, руки надо, смотри сюда. Руки держи, держи руки, цели. Ты цели, не вон, а цели. 2-3 секунды баскетбол. 2-3 секунды баскетбол. Хорошо. Матэ, Артур ко мне. Артур ложится. Дает мне ложись. Я захватываю. Рожу ручки держит. Теперь моя задача. Чуть-чуть согни. Моя задача удержать, а он должен уйти. Я его должен удержать, поэтому вы что делаете? Вот эту ближнюю руку согните ему. Оп, видите, можете так взять, можете положить сюда. Уходи, так же. И моя задача удержать его. Уходи, уходи. Давай. То есть... Вот так. То есть, ну, вы держите. Я вам просто показал, что надо еще и ногами держать хорошо. Итак, первый номер держит, второй уходит. Девочка, отсюда человек. Ну, хорошо, ладно. Готовы? Отсюда. Первый номер. Держит, второй уходит. Поменялись. Приготовились по команде. Уходим. Готовы? Да. Уходим. Раз, два, три, четыре, пять. Лена ушла. Шесть, семь, восемь, девять. Матэ, Андрей ушел. Так ушла только Диана и Андрей. Поменялись. Ты уже опоздал. Приготовились. Макс, чуть-чуть назад. Назад посередине. Приготовились. Взяли захват. Ручки согните, кто уходит. Ручки согните и держите. Не отпускайте. Хочу! Раз, два, три. Что ж ты выведешь? Четыре. Пять. Катализм пришел. Шесть. 7, 8, 9. Матэ не ушел. Все ушли, кроме Макса. Поменялись. Слушайте внимательно, Матэ. Посмотрите внимательно. Если вы на волейбол, вы имеете право его оторвать от ковра, но не имеете права бросать. Бросать сверху нельзя. Вы можете положить его или просто держать. Бить можно только, даже по боевому самбо нельзя так делать. Нет, там есть спортивное самбо и боевое. Вот спортивное нельзя, а боевое можно. Приготовились. То есть бросать противника нельзя, вам сразу. Вот под джиу-джитсу греплинг, сразу концовку маты, дисквалификация. Внимание! Чё! Уходим.
кто? Да, он так может этот Мате. Где Мате? Отпускай. Отпускай, Артур. Значит, смотрите. Сеня. Джиу-джитсу. Один залез на болевой. Второй встал. А он висит. Тот взял, его бросил. То есть сразу дисквалификация. Это у нас один матч. И стал вторым на республике. Но мы просто не знаем. Второй раз боролся уже Влад. Боролся. И он, да, и он раз зацепился туда. И Спарта, кто-то его поднимает. У нас как процедура раньше была. Если я поднял партнера, 1-2 секунды, команда Мате. А сейчас смотрит, если я ничего не могу сделать, то Мате. А в принципе разрешает даже в стойке делать болевой, например, удушающий. То есть я со стойки встаю, я судья считает раз, два, три, и говорит Мате. А если делает болевой, то считается. Так под джиу-джитсу что получается? Он залез на него, он его вот держится. И руки у него хоп, и болевой сделали. Значит, что мы сейчас делаем? А сейчас наоборот. Катавицкий, да? Катавицкий, да? Я на сюда. Значит, что нужно делать? А сейчас Артур ко мне. Я лежу, Артур лежит, а моя задача сделать ему болевой. Ложись. Значит, что? Я взял захват. На болевой. Сел. Сел. Ножки скрестил, прижал его к себе. Если он так будет держать, ему сразу сделают болевой. Значит, нужно как держаться? Тебе можно держаться. Так. Можешь так держаться. Или так. За куртку пока держаться не надо. Будет держаться так и так. А уже потом я вам покажу. Значит, вот так. Вот если он так держится, обязательно держите. Еще раз. Вот мы захват держим. Обязательно локоть в сторону на себя. Если не получается, то здесь не оставляем, захватываем, чуть-чуть ручки выпрямляем. Оп. И делаем. Итак, попробовали. Сейчас вы не боретесь. Иди к даму. Когда я перешел сюда. Значит, сейчас вы просто пробуете. Один держит, а второй старается сделать болевой. Но когда рука прямая, резко не дергает, чтобы не травмировать. Вот. Первый защищается, второй старается сделать болевой. Что ты делаешь? Я что, лежал? А почему ты руки не держишь? Держи руки жестче. Не давай ему делать. Прижми их к себе. Забей. Вот так. Защищаем.
встречает. Не забываем хлопать рукавчик. Три раза быстренько. Раз-раз кричать можно в левую. Хорошо, Мате, Артур сюда. Ну и последнее. Здесь вы помогаете друг другу. Ложись на спину туда, к ним. Разверни голову. Значит, что? Смотри, садимся. Вот так, так. О, значит, что моя задача? Перейти на болевой. Его задача. Скинуть твои ноги, перейти на болевой. Мат. Значит, что? Ставлю ногу. Тише, хорошо ногу. Отсюда ставлю ногу. Отсюда. Раз, перешел. Что ты делаешь? Ты мои ноги убираешь в любую сторону. Нет, нет, нет. Туда скидываешь. Раз. Видишь, рука остается. Уходишь на колени. И я ложусь. Хоп, садишься на болевой. Раз. Нет, садишься ко мне сюда. Садишься ко мне сюда. Садишься. Раз. Дальше. Ставишь ногу сюда, в голове. Хоп, и садишься на болевой. И на болевой садишься. Раз, два. Видите, он сел. Ноги. Вот. Теперь что я делаю? Теперь я беру ноги, скидываю в сторону головы. Раз. И перехожу сюда. Он ложится. Оп, сел. Сел. Вот эти ручки. Значит, эту ручку ставлю. Перехожу на болевой. Да что с твоими руками? Держи чуть-чуть. Вот эту руку. Что ты разбил? Разбрасывай. Держи ее чуть-чуть. Ну, держи чуть-чуть. Раз, два. Сел. Берешь вот этой рукой, сбрасываешь ноги к голове, хоп, и переходишь, садишься на колени, пошел, и садишься сверху. Раз, два. Дальше. Ставишь ногу любую, хоп, и садишься на болевой. Я ему помогаю. Раз, два. Одну руку я держу, чтобы он мне не сделал. Второй свободной рукой я беру ноги, чуть-чуть придержи ножки. Отсюда скину. Хоп, дальше что? Сажусь. Хоп, и захожу сверху. Сел, держи руку. Раз, два, хоп. Что? Вот этой рукой ты уже должен выбирать мои ноги. Раз, убрал. Видите, скинул. Заходит сюда. Хоп, я его отпускаю. Садится на болевую отсюда. Пошел на болевую. На болевую. Ой, с другой стороны. Хоп, сел. Посмотрите внимательно. Вот эту руку я должен жестко держать. А вот это тогда смотрите внимательно. Раз. Хоп. Да, отсюда перехожу. Сажусь сверху. Хоп. И ставлю ножку. Раз, раз. Вот эту жестко держу, а эту руку вытаскиваю. Тебе же надо. Хоп. И обратно. Пошли. Попробовали. Первый номер садится на болевой. Второй номер скидывает ноги. Далее рукой за ноги скидывает. Скидывает с головы. Садится на колени сверху. Яна, руки вверх. Вверх руки. Садись на болевой. Оп. Нет, нет, Яна, другую ножку. Другую ножку. Раз. Уходит. Так нет. На колени к нему. Не от него, к нему. Садись сверху. Ошибаться. Сверху садись. На него садись. Вот. Руки вверх. Матэ, посмотри. Еще раз. Когда Диана ушла, все, я руки вот так держу. Когда она села на болевой, если с этой стороны, я эту руку чуть-чуть напряг, чтобы... А вторая рука уходит у меня, чтобы я мог ноги сбросить. Пошли. Он ушел. Вот, скидывай.
садится, значит, согните ее и держите, чтобы он не мог сделать. А это скидываете. А что?
Все, отдавай. Мате, баскинбас. Посмотрите. Еще раз. Соперник не уходит, делайте удержание. Соперник уходит, делайте болевой. Соперник ушел, лег на живот, делайте удушающий. Приготовились? Как вы садитесь? На колени все. Че? Душа его. Садись на болевой. Слушай, потом садись на болевой. Матея! Поменялись. Приготовились.
перешли сюда. Поехали. Сюда. Еще раз. Легче всего сделать удержание. А потом уже болевой удушаешь. А вот что делает. То есть я лежу, он не садится, хочет на болевой садиться. Он нифига никогда не сделает. Я просто руки опускаю, ты уже никогда ничего не сделаешь. Ты меня отпускаешь, садишься на болевой. То есть выбор. Не получится. Сладок еще спасибо скажет. Ну, на. Готов? Делаешь сначала что? Удержание? Потом болевой удушаешь, да? Готов? Ну давай, приготовься. Ну, удержание, ногу, наверное, на колено надо поставить. У меня руки. Ну, наклониться надо. Да? Так не надо болевой, сначала удержание делай. Удержание. Все, я стараюсь уйти. Что ты падаешь? Ты держи. Делай удержание. Так удержание нет еще. Ты же не прижался ко мне. Видишь, я тебя держу. Вот. Делает курс.